Вот у нас в стоечке иногда бывает такая штука. Мы сейчас должны здесь, как вот сюда, идти в ту сторону стоять, в том направлении. А стоим не в эту. То есть раз, должна за линию туда зайти. И это как вот сюда идти, чуть-чуть подлиннее. Раз. Это вот первая ошибочка. И вторая ошибочка, когда нога у нас в сторону смотрит. Мышца ноги, которая отвечает за подъем, за удар ноги и переход вперед дальнейший, она в бок смотрит. То есть мы не сможем быстро перейти вперед. Понимаете? То есть поэтому носочек нам надо вперед, пониже сесть и в эту сторону стоять полностью, чтобы вот отсюда посмотреть. Ты ровненько стоял. Между ног у нас было. Линию проводим около дела. Понимаешь, коленочку, пяточку здесь в сторону вот так вот отводить нельзя. Коленочка вперед она стоит. Здесь нужно освободиться подальше. Мы вчера с тобой пробовали, да? Ней! Раз! На уровне глаза. Вперед двигай. Вот так вот, да. Тут 90 градусов, положение силы. Здесь то же самое, жесткое положение. Если сюда дальше отодвинешь, здесь ее, ну вот она ломается. Здесь около дела еще. Локоток повыше. Выше, выше локоток. Ней! Ровненько кисть отогнута. Здесь над плечом. Локоток ровненько вперед. Сан. Раз. Вкрутились. Сей.